19 июня в Даугавпилсе стартовал очередной чемпионат города по пляжному волейболу на кубок предприятия «Даутком». В этом году география соревнований расширилась. Участие приняли спортсмены из Прейли и Лудзы. На протяжении трех этапов более 20 мужских команд соревновались за призовые места и увеличивали свой коэффициент. В итоге к финалу были отобраны 16 лучших пар, набравших наибольшее количество очков. Им и предстоит побороться за главный приз чемпионата. На данный момент есть 4 фаворита, среди которых и даугавпилсская пара. Пара из Лудзе Игаунис Конрадс, пара из Ливан, две пары из Ливан Гэндалс Елисеев Бикшис Пулкстенес, ну и наши ребята Дорожка Сергеев. Ну а также можно причислить уже к, скажем, тем, которые могут, ну, оспорить этот приз. Тоже молодые ребята, 93-го года волейболисты нашей спортивной школы, Рябицкий Шванс. Это вот, скажем, те главные претенденты. Но это ничуть, пляжный волейбол такой очень интересный вид спорта, что можно повернуться в любую сторону. И это не означает, что в борьбу за главный приз там, ну, вклинятся там другие ребята. Кроме того, по-прежнему соревнования будут проводиться и среди женских команд. Девушкам предстоит борьба за чемпионский титул этого года. Финал чемпионата состоится 13 августа. Регистрация, как обычно, начнется в 9:30 утра на центральном пляже озера Стропы. Игры стартуют в 10:30. Приходите поддержать любимую команду.